Всем привет, дамы и господа, вы на канале Минковский Геймс, и сегодня мы будем проходить пятую часть игры Crysis. Собственно, вот я ее загружаю, которая называется Onslaught. Давно я не выкладывал летсплеи, прошу меня извинить, немного обленился. Вот. Кому интересно мои предыдущие прохождения, можете заходить, смотреть и обязательно не забывайте подписываться. Самое главное. Это штаб! Выступаем в направлении шахты! Повторяю, цель — шахта! Будьте внимательны! Впереди бронетехника! Диспетчер, это Стриклэнд! Как насчет поддержки с воздуха? Прием! Никак нет, сэр. Воздушные пространства пока не под контролем. Так, ну что, у нас задание прорваться к станции. Понял. Придется разбираться самим. Внимание всем, это майор Стриклэнд. Авиации не будет. Наступление по плану Альфа. Вперед, вперед, вперед! Первая линия обороны, укрепление на станции. О, черт, а? Ничего себе. Айдаха-2, мы подам Ё-моё! Отлично, Айдаха-2. А где враги-то? Это наши? Так. Вот это... Так, завалили. На самом деле это такая вот разнарядочка, как сказать, разрядочка в игре такая, что... Что? О, черт, черт, черт. Что я хотел сказать, это такая разрядка для того, чтобы расслабиться, то, что мы вначале бегали, прятались от всяких штуковин, а сейчас мы сами в такой, в крутой штуковине, в которой мы можем повеселиться. Да тяжело, черт. Слушайте, ребята, кажется, мы неправильно поехали, надо отсюда. 72% урона. Ужас. Ужас. Что-то мне подсказывает, что мы неправильно. Капец. Их там просто очень много. Я ничего не вижу. А, черт, я не могу двигаться, черт! Все, походу, заново придется. Я не могу ничего сделать. Походу, что-то с игрой, блин. Черт! А реально, что я не могу двигаться? Он задний хода у него нету. Он как будто залип на месте, как будто. А вот все. Автомат, танки не смогут пройти, пока ты не захватишь станцию. Так я не могу прицелиться. Че, все вроде? Да, в общем, танком управлять — это что, в жизни, наверное, не просто, и в этой игре тоже, блин, это какой-то капец. Я как бы понимаю, что есть иконка, но вот он просто не едет тупо. Вот я нажимаю, он вообще не едет ни хрена. Ну, это, наверное, потому что нас уже побили. Это мы нас сохранили еще, когда побили уже. Когда я уже застрял там.
Они нас не могут попасть, потому что... Вот, все вроде. Ладно, сохранимся, да, с этим здоровьем. Надо, наверное, вообще переигрывать, я думаю. Что-то не нравится мне это. Короче, ребята, надо переигрывать. Это что-то... То ли неправильно я поехал куда-то. Тут их очень много. Я не могу просто справиться с ними. С самого начала, что ли, не знаю. Где тут у нас... Дома! На переезде крупное скопление сил противника! Как думаешь, справишься? Выполняю, майор. Что такое-то, а? В атаку, ребята! То ли своих дождаться надо. Там какая-то жесть была, я просто не могу ничего сделать. Странно, показывает на радаре танк, но его нету. А, это не танк. Все, это человек был, оказаться. То ли потихоньку надо действовать, то ли чё. Я вообще ничего не вижу. А, вот. Так, неплохо я завалил. Ну вот надо, видимо, потихоньку идти, вот так продвигаться и уничтожать, потому что... Так, бинокля у нас нет. Там какая-то жизнь была. Я заехал, меня как-то начали обстреливать, я ничего сделать-то не могу, блин. Так, это кто у нас? Ах ты, засранец, спрятался. О, блин, кузов. Опа-на! И куда-то мы застряли куда-то, ё-моё. По-моему, это какая-то подстава, блин. Жесть. В общем, танки это не моё, я понял. Вот кто стреляет, я не вижу, просто тупо, блин. Надо опять переигрывать. Ё-моё, это жесть какая-то. Я что-то вообще понять ничего не могу, блин. Где я сохранялся-то? Тут, наверное. Как туда проехать-то, блин, чтобы нас не разбомбили? Давай. А, ну там не проехать, там мы были уже, там вроде бы обрыв дальше идет. Я, конечно, сохранюсь, но тут обрыв просто идет и все. Собственно, вот эта подстава. Специально, чтоб нельзя. Танки не смогут пройти, пока ты не захватишь станцию. Ну я что сделаю тут, жесть какая-то. И самое прикольное, что мы находимся на склоне, я не могу толком прицелиться. Так, аж сейчас. Так, вот один. А черт! Только сохранился и прилетает такая шматка. Чё ж такое-то, а? Так, не рисует. Ну, собственно, вот эти вот... Люди стояли, получается. Вот куда мне стрелять, я вот ничего не вижу вообще. Так, а почему мы назад едем? Вот это танк, блин. Вот она пошла.
общем, это же... И вот танк почему-то он не едет ни хрена, вот обратно. Вот что такое? Ты танк или кто ты, блин? Не можешь на гору забраться. Смешно. Вот, собственно, вот эти люди... Намат, танки не пойдут, пока ты не расчистишь станцию. Что такое, бро? Ну почему ты не стреляешь? Я уже три раза в тебя попал, ты чё? Ё-моё. Вообще какой-то бред какой-то, блин. Ладно, сохранимся. Что-то странное, и стреляю уже три раза, он просто не взрывается. Вот, а тут со второго выстрела погиб. Внимание всем! Выдвигается стоп, стоп, стоп! Жесть! А почему? А у меня пулемет не работает почему-то. У меня пулемет вышел из строя, я не могу их убить. Опять заново придется. Внимание всем! Выдвигаемся к переезду и идем в атаку! Номер, иди на станцию. Самое прикольное, что вот эта башня, она просто неповоротливая. Так, у меня не работает почему-то. Походу мы приехали, наверное, я думаю. Командир, это Гриб 16, мы на месте. Начинаем высадку десантного. Надо было выйти просто. Аван, к тебе приближается транспортник с морпехами. Приготовься. Так, у нас есть ракета. Ну хотя бы написали там. Хотя бы написали вылезти из танка, там это. Они ничего не написали, отрубили мне просто пушки. И делай, что хочешь, блин. Собственно, там есть вот. Так, я застрял, а нет. Пулемет не поворачивается дальше. Классно. Там надо захватить надо. Уничтожить эти корейские силы. А вот это, походу, тоже вражеское надо, кстати, забрать. Недостаточно энергии. Чувака там надо забрать ракетку. Маскировка активирована. А, так это наши, что ли? Блин, так о чем? Максимум, о чем кружит и кружит, блин. Хотя бы какой-то огонь подал для поддержки. Они типа ждут, пока мы убьем всех. Ну и где ты? Маскировка активирована. Я тебя хладнокровно убью, где ты? Недостаточно. Максимум брони.
собственно, все. На станции все чисто, майор. Молодцы, ребята! Намат, уничтожь этот вагон, чтобы мои ребята смогли пройти в долину. Но будь осторожен, похоже, там боеприпасы. Вагон уничтожить. А, танк отогнать, наверное. А, ну танк, он, наверное, скорее всего, он не поедет просто. Танк удивительная штука, вот, и просто ты хочешь, он не едет. Типа, что сзади? Вот, что ж ты такое-то, а? Широкий ты такой. Куда, интересно, жмякнуть-то? Куда, наверное? Ух ты. Стрикленд, вагон уничтожен. Можете идти. Понял, Намат. Выдвигаемся. Прикрой нас. Внимание всем, станция под контролем. Наступление по плану Альфа. Впереди в долине корейский склад боеприпасов. Нужно его уничтожить. Вперед! Я так понимаю, надо ехать на танке, я думаю. Вот когда первый раз проходил, я вот что-то не помню. На чем я, на танке был, не на танке. Черт, что это было? Ого, здорово тряхнуло. Так тут все на куски разнесет. Отставить разговоры. Займитесь делом. Мы подходим к линии обороны. Не могу ничего сделать, не смею. Просто. Внимание, морпехи! В долине полно корейских зенитов. Пока мы с ними не разберемся, поддержки с воздуха не будет. Аман, мы не сможем вызвать авиацию, пока ты не разберешься с зенитками. Выполняю. Что ж такое-то? Ничего не могу сделать, ребята. Мне не дают. Аман, мы не сможем вызвать авиацию, пока ты не разберешься с зенитками. Выполняем. Слишком много, командир. Вы морпехи или бабы? Вы знаете, что делать. Ну где же ты, а? Гребаная вертушка. Ну где у тебя? Подожди, стойте. Вот. Маскировка.
Так, а танк же тут где-то был. Еще у нас гранатомет где-то был у второго трупа. Набат, пока ты не разберешься с зенитками, поддержки с воздуха не будет. Айдаха 2 выбыл. Пока, ребята. Черт, гранатометы! Достаточно энергии. Максимум брать. Максимум брать. Маскировка активирована. Так, а собственно с ними что делать, интересно? Надо найти труп, у которого есть гранатомет. Вот, нашли. Жалко, нету патронов у снайперки. Было бы очень удобно. Маскировка активирована. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Ну, сейчас мы подойдем ко второй. Ко второму ПВО. Блин, тут еще это зенитка. Ой, то есть ПВОшка. Максимум брони. Блин. Маскировка активна. Самолеты уже в воздухе, Наман. Уничтожь последнюю зенитку, и они нанесут удар. Я бы с вертолетом как-то разобраться. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Максимум брони. Максимум брони. Маскировка активирована. Блин, да заколебали вы все. Покоя не дают просто. Маскировка. На линии осталась еще одна зенитка. Разберись с ней, чтобы мы могли вызвать авиацию. Мне бы как-то разобраться с этой залупой с этой. Максимум брони. Блин, ну можешь умолкнуть, Анна, немножко хотя бы. Максимум силы. Блин, нет.
Блин, ребята, вы-то тут откуда? Маскировка активирована. Мне бы гранатомет, ребят. Классно, блин. Все, весь магазин у него выпустил, он просто... Почему нельзя? Как с вертолетом разобраться? Маскировка активна. Максимум ранен. Маскировка активна. Максимум ранен. В общем, это жесть, этот вертолет, конечно, надо было сразу так делать, блин. Просто плюнуть на него. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Так, он на горе. Маскировка активирована. Вертолет за нами летит. Это какая-то жесть какая-то. Блять. Максимум брони. Ну хотя бы гранатометик занюханный дайте. Маскировка активирована. Нет, мы будем вас мучить этим вертолетом, блин. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Ну все, пока. Вот почему нельзя было сразу дать мне гранатомет, а? Цель уничтожена, майор. Дайте авиацию. Отлично, авиация скоро будет. Спасибо, Номад. Продолжаем наступление по плану Альфа. Выбить его. Иди сюда. Номад, авиация ждет. Здесь поблизости есть наблюдательный пункт. Я передал координаты на твою карту. Иди туда и подсвети цель, чтобы ребята ее разнесли. Понял. Маскировка активирована. Максимум брони. Недостаточно энергии. Это там уже снайпера меня. Осталось укажить, уничтожить базу еще. Ё-моё, блин, такая миссия длинная вообще. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. А еще... Номад, иди на наблюдательный пункт и подсвети склад. Маскировка активирована. Еще цель надо. Максимум брони. Почему так? Маскировка активирована. Вперед, морпехи! Прорывайтесь по западному краю, я вас прикрою! Вперед! Все, с нами этот чувак. Маскировка активирована. Огонь! Достаточно
Гаусс, это хорошо. Гриф 12, захожу на цель. Буду вас прикрывать. Отбой. Недостаточно энергии. Гаусс, это очень хорошо. Давайте Гауссом. Так, ну все, что тогда? А можно еще сесть на борт, типа, полететь, но лететь рано. Я не знаю, добежать или нет вот до этого задания, пометить. Недостаточно энергии. Давайте, конечно, попробуем. Просто так лень бежать до туда. Ой-ё, тут же это. А, это вот мы вертолет сбили тут. Маскировка активирована. Здесь парни с этими. Гаусс так жалко тратить. Максимум брони. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Цель уничтожена. Маскировка активирована. Стрикленд, я на месте. Вижу склад. Максимум брони. Ой, ну хоть бы хны. Черт, давай скорее бери пушку. Где он? А где? Подождите, не понял. Это наши. Доступен авиаудар. Я не могу найти чела, который по нам стрелял. Вот он. Эй, где снайперка? Все. Собственно, вот мы указали цель. Черт возьми, молодец, Номан! Выдвигаемся к тебе, осталась последняя линия за деревней. Мы ее легко прорвем. Собственно, вот. Это нам просто дали такую, получается, подсказку в виде дополнительного задания. Чтобы было легче завершить основное задание. Чуть всего не задавил. Если честно, я думал, это враг. Надо пройти к шахте. Как к ней пройти, если тут мины? Недостаточно энергии. Максимум брони. Жесть.
жесть, короче. Ну нафиг связываться с ним. У меня, в принципе, снайперка есть. Максимум. Нет, 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 нет. Маскировка. Что-то я не заметил, что там это. Максимум. Странно, тут нет мин, там есть. Тут я за... Максимум брони. Маскировка активирована. А, ну вот я пошел к нему туда, понятно, здесь мины были. Недостаточно энергии. Максимум брони. Так, возьмем вот это. И, собственно... Айдахо главный, здесь большой провал. Надо подогнать бульдозера из гавани, иначе не пройдем. Внимание, Номад! Дальше пока пойдешь сам. Понял. Номад, пойдешь вперед. Так. Идем по долине к шахте. В общем, дорогие друзья, что хотел сказать. Сейчас глава закончится. Хотел на этом закончить. А всем, кто смотрел... Хочу вас поблагодарить. Ставим лайки, подписываемся на мой канал обязательно. Дальше все будет круче. Ой, черт. Максимум силы. Ай-яй-яй-яй. Черт, а. Максимум брони. Дальше все будет еще круче. Ну и вот и все.